У меня частенько спрашивают, фу, как тебе не противно работать с ногами, мастер педикюра, это же прям фу-фу-фу. Ребята, ваши ноги не бывают там, где бывают ваши руки. Моя наивная жена хотела узнать мой отпечаток пальцев от моего телефона. Так, говорит, в фильмах было. Она мне просто бестолочь. Маша, а если бы ты была первой девушкой на земле, звали бы тебя Ева, ты бы съела то яблоко? Да нет, не съела бы. Столько гемора она, конечно, наставила людям. Как же здесь хорошо дышится. Ты можешь оставаться здесь сколько угодно, Ева, только не ешь яблоко. Где же я тебе тут яблоко найду, чудак? Одни кусты. О, яблоко! Где я? Нет! Сколько с меня? 1980. Пожалуйста. Ваша сдача. Девочки, сегодня хочу приготовить мясо в вине. Для начала нужно определиться, какое вино мы будем брать. Это кислое. Это сладкое. Это крепкое. И какого хера, я вообще такая красивая. На этой кухне забыла. Шеф как-то на работе заявил, что трахнет любого, кто опоздает на работу. Теперь мужики у нас приходят на 20 минут раньше. Ну, а бабы тянутся до самого обеда.